Сегодня на наше мероприятие снова пришли ребята из гражданского актива «Азова». И мы поговорили до начала этого мероприятия, и после него. К сожалению, само мероприятие не достигло своей цели, потому что разговор планировался большой, очень на важную тему, которая сегодня волнует очень многих ребят, и тех, которые были в зоне боевых действий в том числе. Но я считаю, что то, что сегодня у нас это происходит, это я даже без капли сомнения могу назвать вообще великим делом. Никто до этого времени даже не попытался выстроить диалог, предложить такую площадку, на которую смогли бы приходить. Смогли бы говорить, потому что убеждения молодых людей, это может быть всегда максималист, ну, они максималисты, они молодые. Они любят свою страну, безусловно, у них свой какой-то взгляд. Очень многое из того, чем они руководствуются, это надуманная информация и недостоверная информация, иногда искаженная информация, а иногда просто отсутствие такой информации заставляет их принимать агрессивную такую позицию. И, безусловно, диалог простым не может быть, он очень трудный. Но я рада, что он начинается. Может быть, вот так вот в конфликтах, в криках, в выяснении каких-то отношений и так далее, и так далее. И я не хочу диалогов. Знаете, как у нас сейчас можно сделать это по скайпу, когда одна группа сидит в одной студии, другая в другой. Это тоже можно делать. Но важно, когда люди начинают смотреть друг другу в глаза, говорить о главном, то, что их беспокоит. И это единственный путь к достижению, установлению мира в нашей стране. Единственный. Если не будет диалога, мы потеряем страну. И потеряем очень многие молодые судьбы, молодых людей, которые потеряют ориентиры на будущее, как им жить дальше. Страшно оглядываться назад на ту войну, которая сейчас идет в нашей стране. Но я думаю, что мы не остановимся, мы будем продолжать наши встречи. Мы будем говорить о главном, и я думаю, что это поможет нашей стране и многим нашим, и бывшим друзьям, и настоящим друзьям повернуться лицом друг к другу. И я вас призываю к этому. Давайте повернемся лицом друг к другу и начнем говорить. У нас одна страна, одна родина, у нас общие проблемы, и нам надо ее не делить, чья она, а строить вместе.